Всем привет, привет! Доктор в отпуске, значит, буду вести я. Доктор сказала, ему пофиг, что выпадет, так что давайте откроем бесплатки. Давайте откроем бесплатки, все у вас на экранчиках, все на экранчиках. Итак, грозы районов, ребят, у нас нет вообще. Дальше, это у нас радость четвертая, вот, в общем, вот такая вот. Если выпадет одна, ну, блин, вообще, просто меня, наверное, закидают чем-нибудь большим. Ну и, ребят, психометр, ну не знаю, кому как, у меня пятый. Если хоть один выпадет, то честь и хвала. Итак, в общем, прежде чем начнем открывать все подарки, даю прогноз. Машина не выпадет, гроза районов плюс 2 и психометр не выпадет. Ну это так, это небольшой такой нюансик, но думаю, вам будет уже понятно по самому видео. Итак, поехали. Гроза районов. Сразу 10 и 10 подарков. Первых 10 подарков и ничего нету. Так, но если открыть вот так, то снова нету. И еще 10 подарков и снова нет грозы районов. И так, гроза районов, наверное... А вообще ее закидывают подарки, нет? Вообще гроза районов есть в подарках? Блин, это же фуфловый артефакт. Фуфлежный вообще просто. О, 666 звезд. Ну все, это 100%. Зачем мне гроза? А может, мне правда ее не закинули туда? Санчес уже не забрасывали там крионитную печку 10-ю. Вот, наверное, мне так же. Нифига себе. Звезды-то падают, смотри-ка. Не, спасибо за звезды, конечно. Как бы я вообще просто в шоке немножко. А, то есть гроза районов не плюс 2, да? Гроза районов вообще... Не, ну она мне не нужна вообще. Не, ну спасибо, конечно. То есть с бесплаток у нас, короче, ничего не выпадает, да? 50 подарков, да? Гроза районов нулевая. Серьезно? Правда? Блин, не, я буду долго ржать. Давай, последний подарок. Гроза районов с 50 подарков ни одна не выпала. Дерьмовый артефакт. Просто дерьмо, а не артефакт. Охренеть. Ненужная херня. 25 еще уровень. Это он не выпадает. Даже первого уровня не выпадает. Просто вообще не выпадает с 50 подарков. Да нахрен он нужен до 25 его качать? Ой-ой-ой, блин. Вот вообще просто это... Ладно, короче, вот так. Еще звездики, еще десяточка. И еще вот так. И еще, блин, энергетиков нападало. Ну и последние 4 подарка. Прям классная летняя акция. Прям считаю, все удачно. Вообще просто супер машина выпала. Так, психометр 5. Ну, этих вообще не рассчитываю. Что он выпадет... Потому что он как бы, ну, и не критичный. Я не понял, что звезд-то насыпало, блин, по самой не балуйся вообще просто. А-ха-ха, психометр 6 выпал. Блин, вообще просто ненужная фигня. Ладно. Просто жесть, ребят, просто жесть, конечно. Итак, за бесплатки, все выкупленные бесплатки у нас выпало. Гроза районов. Нет, 50 подарков, 50 подарков, ребята, то есть посчитать, ну, блин, ни одна не выпала. Ну, это просто, ну, это, ну, я не знаю, мои полномочия здесь все. Ну, машина понятна, что не падает, там много-много надо. Не знаю, может, буду качать, может, нет, вообще не хочу, если честно, качать ее. Прям, ну, не знаю, если, может, выпадет, то выпадет. Ну, прям, ну ладно. Но психометр вообще не нужная фигня. Для меня, по крайней мере. Ну, вот теперь количество накоплений у нас 4. Теперь у нас 4 идет по количеству накоплений. Ну, посмотрим. Посмотрим. Заряды теперь открыты. Ну, то есть пойдет теперь дальше. Ну, ладно. Ну, кому надо, тот надо. У меня, видите, он заряженный. Часто им не пользуюсь. Так что все нормально. Блин, я в шоке. Я в шоке, грозы районов нет. Просто нонсенс. Вообще, ладно, всем пока. Всем пока, всем счастливо. Всем удачки. Все, я убежал. Я убежал. Буду с доктором вместе ржать. Хуйня.
是你吗，惠娘？ 惠娘？ 我是惠娘？ 我是惠娘？